Здравствуйте, подписчики, уважаемые коллеги, операторы бетонных насосов. В очередном видео хотел довести до вас очередной косяк автобетонного насоса, и, конечно же, наш косяк, чтобы у вас такое не повторялось. Вот. И сейчас наглядно покажу вам. Итак. Смотрите, при очередном складывании стрелы после работы пучок шлангов попадает на торец стрелы, и шланги очень сильно растягивает, натягивает. Я думаю, завод-изготовитель должен был это предусмотреть или как-то по-другому закрепить шланг, чтобы они не попадали на торец стрелы. Смотрите, как затянуло. А могло бы и порвать вообще. Сейчас мы аккуратно разложим стрелу. И шланги оттуда вот достанем, конечно же. И, наверное, скорее всего, закрепим их в трубе, по которому идет бетон. Ну, вот сюда где-то. Так что, уважаемые коллеги, возьмите во внимание, и чтобы такого не повторялось у вас, на чужих ошибках, как говорится, учитесь. Вот это я хотел до вас довести коротким роликом. Так что смотрите, могло бы порвать шланги вообще. Вот так вот. Это главное, что хотел до вас довести. Также, наконец-то, доделали мы бруски. Вот видите, ручки для них сделали полностью с торца. 20 брусков, по 5 брусков на каждую лапу. Вот так вот они у нас здесь лежат. Несколько раз хватает. Только для лапы, для укрепления лап осталось. Ну вот. Так что доводим насос до ума. Еще какие-то интересные моменты будут по работе, по косякам, по этим разным. Тут тоже все ставим, тумбера делаем, все на свет, сигнал там будет дополнительный и так далее. Насос готовим к работе, к лету готовим. Чтобы машина нас не подводила, ничего. Вот пока все. Пока все. Так что ждите очередные ролики. Подписывайтесь на наш канал. Все, всем спасибо, до свидания.